Хочу повозмущаться. Это какая-то жесть. Этот коронавирус, это просто... Если я поначалу такая, типа... Блин, ну это простуда. Я до сих пор придерживаюсь того мнения, что это просто вирус. Да, может быть, он, типа, более быстро распространяется в организме, все дела. Но он излечим. Это обычная, как бы, ну, обычная болезнь, которая лечится. Это, ну, не... смертный приговор, типа, что «О, все, заболел, сразу через день сдох». Ну, нет же. Ну, либо я чего-то не знаю, правда. И я понимаю, что у людей всегда в основном срабатывает паника. А паника — это хуже любого вируса, любой болезни. Потому что людям что-то сказали, у них как бы больше паники, чем действий. Можно было спокойно пережить этот вирус. Господи, да кто больной, одели масочки, походили. Кто сильно пережил? К чему? Меня взбесило самое последнее, что вот час назад вышла новость от Кличка, что закрывают междугородские перевозки. То есть, типа, с завтрашнего дня я не смогу выехать из Киева. То есть, если я хочу попасть домой, ну, я хочу попасть домой, потому что у моей мамочки скоро день рождения, как бы. Я должна уехать именно сегодня, потому что завтра я уже отсюда не выйду на время карантина. Итого, я планировала поехать домой, отметить мамочку на днюху и на свой день рождения вернуться в Киев, потому что как бы тут прикольно, тут дети погуляют, то все, а тут все, я не смогу вернуться в Киев. Я, конечно, надеюсь, что они вот эту вот глупость по поводу междугородских переездов закроют, но если нет, блин, 2 недели сидеть дома, ничего не делать, а деньги где брать, а зарабатывать, знаешь, за что вообще, что происходит с этим миром? Я там переслушала, что я записала, я там сказала сдох, очень грубо получилось, извините, пожалуйста. Просто на эмоциях, просто бесит, просто почему все так? Что это за ужас происходит? Блин, 20-й год, алло, что с тобой? Да мой год, я буду... Думал, будет счастливый. Ну, какой-то странный, дурацкий. Мы, конечно, не истерички, но мы решили с вот этим человечком все-таки уехать домой. Этой миниатюрной машинке, короче, ничего не влазит. Но мы доедем. Кременчук, жди. Посмотрите, какой у меня красивый сосед. Смотрите, у меня такой маленький, красивый сын, покажите ему мордошку.